И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, добро пожаловать, и как вы видите, у нас опять игрушка Raft. У нас вышло очередное обновление для мобильной версии, но я не уверена, что она выйдет, точнее наш ролик выйдет тогда, когда вышло это обновление, поэтому, ну, будем с вами потихоньку смотреть, чтобы как-то разбавлять наш Raft на канале. В общем, что же нового появилось? Самое главное, у нас добавили вертикальные горизонтальные пилары, у нас добавили лестницу, хотя, по-моему, у нас же есть лестница. Изменили немножко звук, изменили сложность, по-моему. Давайте посмотрим. Вроде бы у нас difficult, стандарт и survival был. Ну ладно, пишут, что что-то там изменили. Controlling мод у нас поменялся. Джойстик, arrows. Слушайте, давайте к джойстику, наверное, вернемся. Что у нас было? По-моему, джойстик. В принципе, по-моему, тут все то же самое. И, по-моему, сделали еще меньше рекламы. Но я, ребятки, прикупила за 0,99 долларов золота. И, в принципе, теоретически там было написано, что, типа, за каждую покупку у вас убирается реклама. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Загружаем нашу Дашу. Map preview is not available. К сожалению, наше превью не работает. О-о-о. Слушайте, а изменилось? Смотрите. Ну, я не знаю, будет ли это отображаться на записи, но наш перс стал гораздо более плавно, скажем так, ходить. У нас изменилась здесь погода, насколько я поняла. О, как ты медленно бросаешь. Пока ты бросал, у нас этот самый крюк не туда попал. Так, давайте вспоминать, что мы успели с вами сделать в прошлых сериях и что нам нужно успеть сделать в этой. Мы бегаем как инвалид, мы ходим. Это я уже заметила. Зато вот у нас есть коробка. Коробка, привет. Коробка, здравствуй, иди сюда. Коробка. Есть, мы с вами забрали коробку. И теперь надо аккуратненько, оп, пойти покушать и попить. Так, шум. Сумасшедший шум от наших этих самых. От наших факелов. Так, pick up drinkable water. Заходим, смотрим, где мы там пикапнули water. Drink water when you're thirsty. Понятно. Поменяем, давайте-ка вот так сделаем. Блин, какой же ты шумный стал. Давайте я все-таки чуточку тише сделаю. Вот так хотя бы. Так, попили. Пойдем-ка наберем воды. Блин, мне нравится наш домик. Так, вода. Salt water есть. Заходим. Заходим. И хинт. Мы знаем хинт. Спасибо. Use. И я хотела бы покушать. Codfish мы с вами получили. У нас, кстати, есть одна приготовленная. Так, back. Закрывайся. Use. Давайте теперь... Ой, тихо, не туда нажимаем. Давайте-ка вот эту Codfish поставим готовиться. У нас еда, вода в норме. Все прекрасно, готовься. Так, я хочу зайти, во-первых, пойти посмотреть, что у нас на улице, что акула у нас уже успела отгрызть, или она у нас ничего не отгрызла. Чего? Open. А, да, у нас же тут этот... Сундук есть. Мы с вами пальмочку выращиваем, кто не знал. И нас тут вещей прибило много достаточно. Так, пройдемся, соберем все, что тут есть. Ой, бочка, смотрите, круто. Давайте, даже мне стало интересно, вот мы с вами заплатили денежку. Пройдет у нас эта реклама, не будет она у нас больше появляться или будет? Если будет, конечно, будет обидка. Ну, а вдруг нет? Так, у нас есть кровать, как вы знаете. В принципе, тут все, да? Я думаю, что мы сейчас с вами возьмем хаммер, и мы должны с вами тут, наверное, еще пилар, да, поставить? Не пилары, а тут у нас получается уже все. Но здесь можно было бы сделать, кстати, балкончик, что я хочу сделать. Да, я хочу здесь сделать балкошек. Небольшой, который подходит к нашей пальме. Нет, 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 он будет именно к пальме подходить. Так, поднимаемся наверх. Мы можем разместить, сделать так. И здесь я хотела бы какой-нибудь типа смотрового пункта поставить, что ли. Чтобы мы могли высматривать землю, если она когда-нибудь тут появится. Текс. Текс, готово. Теперь я предлагаю заняться заходом в... А, у нас дерево уже нет, можно уже никуда не заходить. Значит, у нас есть stairs. А какие это stairs? А мы их даже посмотреть пока что не... Нет, это обычные stairs. Пардон, ребятки. Понятное дело, стена... Balustrade, items net, door, пилары. Пилар горизонтальные. Честно говоря, не понимаю, зачем нам ladder. А какая... А, вот такая ли... Слушайте, как симпатично она смотрится. Так, берем крюк, пойдем искать дерево. Я хочу сегодня все это построить. Ох, как мы медленно ходим. Слушайте, а может нам поменять наше управление? Давайте посмотрим left-right. Это как? Это как у нас будет? Резюм. О! Слушайте, а left-right вообще ничего не поменялось, но мы стали бегать. Забавно. Ну, у нас пропала, конечно, картинка джойстика. По-моему, тут была картинка джойстика, если я не ошибаюсь.
Так, с дерева забираем. Скрэп забираем, потому что нам нужно будет сейчас... Ой, тихо. Скрэп один забрали, все, хватит нам. Так, значит, что нам нужно? Нам нужно много нидлзов. Давайте, кстати, посмотрим, может, что-то здесь добавили. Кроубар, бла-бла-бла. Тут пока что все то же самое. Нейлзы. Мы можем сделать пару нейлзов. Так, пока что столько, надеюсь, хватит. Что у нас тут в инвентаре, кстати? Место есть куда складывать? Есть. Но три нейлза как-то, мне кажется, совсем мало. Так. У нас тут есть веревка, которую мы обязательно забираем. Когда уже утро? Тут написали, что улучшилась погода. Может, тут действительно появится такое понятие, как погода? Ну, погодные условия, все дела. Так, давайте посмотрим все-таки на пилары. Я бы хотела на третьем этаже тогда уже заняться пиларами. А, кстати, что еще хотела бы сделать? Давайте-ка, наверное, скрафтим топор. А нет, у нас есть топор. Можно не крафтить. Текс. Я бы хотела попробовать разрушить вот эту... Скажем так. Ага, вот, все, сейчас разрушим. И поставить крутую лестницу. Ну, я же думаю, вам было бы интересно посмотреть на новую лестницу. Ледер, чего нам не хватает? Ну, дерево, понятное дело, и нейлзы. Нужно сделать нейлзы. Нужно сделать нейлзы. Нейлзы. Раз, два. Так, нейлзы у нас есть, нам не хватает дерева. Ну, понятное дело, как обычно. И мне кажется, что скоро будет рассвет. Ну, мне показалось, что посветлело. Ой. Ребят, по-моему, у нас где-то грызут, не? Спир возьмем. Так. Акула. Кстати, вы заметили, что я не видела акулу? Давненько. А ну, пробежимся. У нас тут ничего не отвалилось? Не. А что у нас, кстати, в сундуке? А в сундуке у нас ничего. Чудесненько. Хорошо. Идем, значит, с вами собирать. Нам бы бочек побольше. Так, leaves, through the hook, да мы знаем. А что мы можем с вами прикупить? Disable shark, ага, значит, мы можем отключить нашу акулу. Disable shark на одну минуту, на set night, ага, день-ночь. Здоровье можем пополнить. А, это все, в принципе? А, item shop у нас есть, друзья мои, понятное дело. Мы можем, в принципе, все это сейчас взять и прикупить. Chest. 86 золотых. Нет, пока я золото тратить не хочу. Я хочу его оставить нам, может, что-то более интересное, что-то более полезное. Так, нашли с вами еще дерево. Давайте, наверное, срубим. У нас кучу этих самых есть. Куча палм-сидов. Плэнк. О. Так. Юз. Посадили, типа, да? А кокосов нам не дали? Кокосы. Кокосиков нам не дали. Хорошо, идем строить. Я уже вижу, что у нас рассвет начинается. Текс, залазим наверх. Слава богу, у нас тут ничего не отвалилось. Так, значит, смотрим, ледер. Правильно мы хоть его сейчас поставим? А если... Подождите, я чуть не могу понять. Вот мы ее здесь поставили. И понятное дело, что мы поставили не там, где нужно. Но мы сейчас с вами делаем так. Слушайте, а если мы вот так ставим пол, мы можем здесь на нем подниматься, да? Да, получается, лестница как раз к вот этому полу и подходит. Оп. Правильно? Правильно. Чудесно. Возвращаемся к пиларам. Значит, слушайте, а что так дорого стоят наши эти горизонтальные пилары? Вам не кажется? Ну, в принципе, мы можем с вами пилары оставить на вот эту верхнюю часть, там, сверху поставить. Но пока что нам нужно за вот этот день... Во-первых, нам еда нужна. Довольно-таки срочно. Я бы, кстати, картошки приготовила. А то мы только рыбой питаемся. Можно же не только рыбой. Ой. Пардон. Пикап кук. Так, значит, на 47 картофелин, ребятки. Я думаю, что нам 47 картошек хватит с головой сейчас. Юз. Давай-ка возьмем potato. И давай приготовим с тобой potato. Potato. Готовим potato. Ой. Что-то нас, ребятки, штырит с вами. Так, идем собирать. Значит, вон я вижу, акула вернулась. Я, наверное, сейчас займусь тем, что я продлю нашу сетку. Хотя, как мы будем ее продлевать, если у нас дерева мало? Воу. Это мы так собираем материал, что ли? Так, значит, я хочу сделать больше сеток, да? Больше сеток нам нужно в хаммер. Ladder, floor, stairs, wall, wall. Items net. Вот. Раз. А, блин. Ты же, надеюсь, не поставил нигде? Use раз. Use два. И вот с той стороны я хочу поставить... Раз, два,
Хорошо, дерево у нас уже закончилось. Так, ребят, акула как-то так вот движется. Пошла вон. Тык-тык. К тебе. Вредное это создание. Так, падать в воду я особо не хочу возле акулы. Это будет какое-то самоубийство, на мой взгляд. В принципе, мы бы еще с вами могли расширить наш плотик. Видите, там, где я сейчас расставляю наши... Ребят, а цвет воды поменялся, вам не кажется? Нет, серьезно поменялся. Ладно. Допустим, у меня какие-то глюки. Допустим, мне кажется. Кстати, а бочки вообще еще будут? Бочки. Ребят, туман. По-моему, типа, знаете, такое предтуманное состояние какое-то. Акула. Ты сюда? А, это бочка, господи, серьезно? Я думала, это акула к нам движется. Да, ребятки, поменяли погоду, как вы видите. Мы как-то так наклоняемся, и у нас получается все в тумане. Так, у нас же дерево выросло, чем паримся? Либо, знаете, такой же вот зной. Ну, мы срубим тебя. Ну, ку-ку. Здрасте. Слушайте, а что он не рубит? Так, дерево. Или ты еще не готова к тому, чтобы быть срубленным? Так, акулы я не вижу, это хорошо. Так, побежим, пособираем материалы. Собрали. О! Ой, друзья мои, мне что-то страшно так одна, вы видели? Посмотрите, как у нас все пропало. Блин. Жутко, я хочу домой. Я хочу... Мамочки, это какой-то туман, серьезно. Сейчас еще какие-нибудь маньяки тут повылазят. Я хочу пить. Я просто хочу выпить. Жалко, у нас рома нет. Ром бы сейчас жахнули. Юз, маг. Маг-шмаг. Так, наберем водички. Здрасте. Salt water. Да, конечно, знаете, вот мы с вами поиграли в разные рафты. Ну, понятное дело, что это, наверное, сейчас по функциональности. Он, наверное, даже, ну, не побоюсь этого слова, превосходит ПК-шную версию. Потому что, как видите, у нас тут много чего добавляют. Много чего интересного. Так, забираем. Пленки у нас появились. Теперь мы тебя можем срубить, пальма? Де Майорка. Можно? О, можно! Есть. Так, значит, мы с вами... Ой, надо сюда заглянуть. Сидзы. Берем сидзы. И юз. Все. Надеюсь, ты их не схомячил. Так, ребятки, погода улучшилась. Погода улучшилась. Мы можем с вами еще забрать немножко планков. 170 листьев, блин. Я думаю, что нам нужно хотя бы немножко веревок сделать. Есть. Я хочу этот ящик забрать. Такс. Скрэп забрали. Все, отправляемся. Отправляемся на крышу, где я хотела бы с вами сделать сейчас. Значит, смотрим, что у нас тут есть. Мы какой-то немножко странный, мне кажется, построили наш вот этот верхний этаж. Давайте построим еще вот так. Блин, вот это мы зря сделали. Как мы залазить теперь будем? А-а, видите, нельзя было здесь ставить. Черт. Кто ж знал-то, что мы так неправильно поступим? Так, давайте смотреть, что у нас сверху. Сверху там я хотела бы сделать балкончик. В принципе, можно сделать его таким же по величине. Здесь он у нас доходит до конца, да? А я вот не хочу, чтобы он доходил. Давайте тогда ломать. Но у нас, получается, он совсем будет масеньким таким. Хотя в идеале он, наверное, и будет правильным. Давайте сломать. Подождите, а как у нас пилары ставятся? Давайте поймем. Пилар horizontal. Нам horizontal не нужно. А, зря мы с вами сломали, друзья мои. Да, протупили. Протупили, значит, ставим обратно пол. И, наверное, нам нужно все-таки... Давайте, наверное, в полную высоту поставим. Ну, в полный этот самый. Наш нижний этаж. Хоп. Есть. Потому что я хочу... Так. Вот так пусть у нас будет, да? Здесь у нас подъем, значит, давайте попробуем сделать хоть один пилар. Мне нужен, получается, nails. Немножечко нейлзов можем скрафтить. Готово. Не туда. Хаммер, хаммер, хаммер. Пилар horizontal. Один пилар... Да ладно. Как-то глупо, знаете? То есть, получается, ради одного пилара... Странности какие. О, зато смотрите, сколько у нас ништяков. Ух ты. Я хочу, наверное, пока что закончить второй этаж. Все-таки у нас какой-то странный получается наш верхний этаж. Без стенок. Нам довольно-таки сложно с вами ориентироваться. Хоп, хоп.
Пальма у нас уже почти выросла. Тебя еще нельзя, да, срубить? Уважаемая. Пальма? Не-а. Может, поближе к тебе? Ты даже немножечко мне не хочешь дать этих самых... Немножко дерева не хочешь дать нам. Ну, ладно. Нет, так нет. Так-с, заходим. Значит, займемся сейчас стенками. Ах-ха-ха-ха. Wall with window хочу поставить. Сори, ребят. Голос уже начинает садиться. Перепрыгни через кра... Ой, нет-нет-нет-нет-нет, не хочу спать. Так-с. Я бы хотела вон там поставить окно, да. Так, use. Пам-пам-пам. Давайте просто стенку. Вот тут стенка. В один уровень, да? И теперь вот здесь, use. Ну, вроде неплохо. Но у нас опять закончилось дерево, ребята. Тут почему-то именно сама постройка занимает, ну, крайне много этих самых ресурсов. Так, спрыгиваем. Ты ж хоть не порежешься от того, что ты спрыгнул? Так, немножко забрали с вами материалов, которые приплыли. Так, вот еще дерево. Надо пойти покушать. Я смотрю, что наш перс гораздо быстрее проголодывается, скажем так, чем... Чем хочет пить? Так, с потейто. Сначала, нет, не то, взяли потейто. Значит, сначала мы едим вот это. Кушай. Съели. Теперь берем потейто такой, и мы с вами это потейто готовим. Хорошо. Возвращаемся на улицу. Прикиньте, если у нас чудесная здесь бунгало получится. Я бы была бы не против. Думаю, вам было бы интересно посмотреть. Я надеюсь, что вам, друзья, вообще эта игрушка нравится. Ну, если она, конечно же, вам нравится, то не забывайте поддерживать меня и ее лайком. Так, давайте надо нам понять, как же действует наш крюк теперь. Неужели он реально такой медленный стал? Он быстрее забирает предметы. Да, я это увидела уже. Хоп. Готово. Так, возвращаемся, получается, к нашей пальме. Мне кажется, что она уже выросла. О! Есть, выросла. Значит, нужно ее обратно посадить. Palm seed. Есть. Готово. Так, отправляемся наверх, значит. Отправляемся наверх, будем продолжать строительство. Тин-тин-тин. Так. Здесь у нас, я помню, что хотела сделать типа балкончик. Типа балкончик, то есть у нас тут не очень симметрично получится. Но, в принципе, мне кажется, что будет смотреться очень даже миленько. Значит, чтобы построить балкончик, мне нужен, как вы знаете, wall with window, этот, балюстрада. Вот здесь. Хоп. Раз. Два. Три. И вот тут четвертое. Но... Ты что, издеваешься? Куда ты полез? Давайте вот так как-нибудь обойдем. Я вижу, что у нас уже садится солнышко. Есть. Так, вот в принципе, вот такой у нас получится балкошек. Ну, ой, прикольно. Бочка. Бочка, листья, ну это я там вижу, что у нас еще... Еще бочка. Бочки, заметьте, стали довольно редкими гостями у нас. Но что меня не может не радовать, ребят, 99 центов я заплатила. Получила, получается, 500 этих самых. Получила 500 золотых, и у нас нет рекламы. Это нереально радует. Давайте-ка, может, здесь еще одну пальму посадим, я вот так думаю. Палмбокс, чего не хватает дерева? Для того, чтобы посадить пальму, нам не хватает дерева. Ну, вполне логично. Так, бочек вы не видите на горизонте, не? Я тоже не вижу. Знаете, ну вот так вот посмотреть, смотрится это действительно уютно. Тут можно было бы еще один пилар поставить, но я понимаю, что у нас просто нет ни дерева, ничего, чтобы поставить пилары. Нейлзы зато можем покрафтить. Все. Сколько у нас нейлзов итого? Не туда зашли. Нейлзы 6 штук, то есть на еще один пилар. Но опять-таки без дерева мы ничего построить не можем. Так, я вижу, что у нас есть и бочка, и... Оп, оп, оп. Хорошо. Как видите, с джойстиком мы бегаем... это у нас не джойстик, получается, управление, а left-right. Left-right реально гораздо удобнее. Так, плэнк мы с вами еще один получили. Пойдем дальше строить. Это у нас, получается, наша первая комната, а сверху у нас спальня. Прям такая вот романтик получится. Переходим сюда. 10. 10 маловато. Always window. Балюстрадка. Ты хоть нормально сможешь стать? Балюстрадка ты моя. Но. Вот здесь я хочу балюстраду, да. Как вы думаете, это типа нормально она становится? Нет, по-моему. Ну ладно.
Уже будем ставить, как ставится. И вот тут. Так, use. Окей. Теперь нам нужна просто wall. Давайте wall with window здесь. А здесь нам понадобится поставить просто wall. Так, что у нас там хоть сверху происходит? Я вижу, что у нас много чего уплыло. Но ничего с этим поделать не можем. Ночью тут вообще крайне стрёмно. Ну, не то, что стрёмно. Ночью тут неудобно. Вообще ничего не видно. Так. Кстати, я же хотела... Давайте срубим пальму. Может, уже можно, не? Пальма. Ну, пожалуйста. Ладно, пойду поем. Пойду поем картошки. Такс. Берем картофель готовый. Cooked potato. Excuse. Нет, вообще туман, знаете, смотрится прикольно. Ну, оно так, знаете, пугающе даже в каком-то смысле. Но, с другой стороны, крайне, ну, неудобно, когда ты вообще не видишь свой домик. Ты бежишь такой и не понимаешь, что тебя ждет спереди, что ждет сзади. Кстати, мы обход дома давно не делали. Акула нам что-то отгрызла, не отгрызла. О, ящик! Ящик, пожалуйста, не уплывай без меня. Знаете, он как мистер Слоупок скидывает этот свой... О! Так, смотрите, акула вроде не нападала. Может, нам просто с вами везет пока что? Я вот так вот чисто искренне надеюсь. Ох ты ж, сколько у нас пальмовых веток. Так, ты готова? О, готова. Так, сейчас мы с вами, наверное, построим еще одну пальму поставим. Кроп-пот нам нужен, еще один кроп-пот. Палм-бокс, в смысле. Готов. Переходим сюда. Палм-бокс. Вместо потейто поставим. Так. Давайте-ка вот тут... Смотрите. Ой, что ж так дергаешься? Я хочу аккуратненько. Да, боюсь, что у нас тут с такой аккуратностью... Что ж ты не хочешь? Стать, чтобы мне не загораживать. Почему не загораживать? Так, давайте вот так сделаем по грамоте. Станем тупо напротив. О, вот я хочу так. Все, фух, поставили. Значит, нам нужно palm seed. Раз. А мы здесь не посадили, да? Юс. Все? А еще можно? Нет, не хотите? Ну, не надо. Не хотите, как хотите. Ух ты, ребят, сколько ништяков приплыло. О, прям целый рай. Открываем бочки и ящики с Дашей. Такс. Мне кажется, что у нас сейчас достаточно, чтобы продолжить наш второй этаж. Такс. Продолжаем строительство. 15. Ну, маловато, конечно. Значит, здесь я поставлю тоже один wall with window. Нет, здесь я вообще-то хотела бы поставить door. Значит, для... нам нужна будет дверь в любом случае. Ladder. А где наш wall? А, вот wall. Значит, здесь у нас будет дверь. Ой, wall, это стена. Но надо ее развернуть. Есть. Здесь у нас будет дверь, здесь у нас будет стена. Тут у нас... Сейчас, наверное, надо разворачивать. О, только что правильно развернули. Вот. И здесь, наверное, wall with window. Только она неправильно... А, неправильно же ты стала! Не, ребят, я люблю все по красоте. Простите, да, но я люблю, чтобы было красиво. Так, floor, stairs, wall, wall with window. Rotate. О, вот это уже красиво. Хорошо. Спускаемся вниз. То есть, смотрите, у нас здесь будет дверка. Ты такой, типа, чик-чик, вышел на балкончик. Ммм, как тут красиво. Зашел обратно. Блин, мне нравится этот домик, ребятки. Мне реально он очень нравится. Прикиньте, если акула что-то эпическое готовит. Вот мы с вами тут просто бегаем, там ничего не подозреваем. А она хоп и хочет нам какой-то там вот под конец, когда мы с вами прикольный такой вот дом построим огромный. Она возьмет и все сожрет. Вот это будет обидно. Это будет обидка конкретная. Так, я думаю, что нам нужно пойти поесть пока что, попить. То есть, смотрите, в принципе, в чем, ну, большой плюс. То есть мы с вами, допустим, здесь бегаем, ходим. Вот нам нужно поесть, попить, пока мы это все делаем. Какие-то там вот строим. У нас успевает что-либо вырасти или что-либо пойматься. Пойматься. Ну, в сетки попасть. В принципе, тут механика игры очень и очень даже неплохая. То есть мы всегда при делах. Мы всегда что-то делаем. Вот смотрите, мы сейчас поели, попили, поставили. Выходим. А что у нас здесь? А нас тут ждут и бочки. И бочки. Вот не знаю насчет этой бочки, зацепится она или нет. О, нет. Слушайте, а, попала.
попала в наши сети. Только я чуть боюсь туда идти. Блин. О, бочка, пожалуйста. Есть. Надеюсь, ты того... Ну да, ты почти того стоила. Так, забираем. Забираем этот, забираем вот этот плэнк. И может мы уже можем срубить наши пальмы? Не? Не хочешь? Они еще слишком маленькие. Что у нас по материалам? Пу, 12 планков маловато. Нам нужно в любом случае, я хочу вот здесь один пилар поставить. То есть, чтобы, знаете, ну, сейчас я вам покажу. Давайте сейчас его как раз поставим. Я только нейлзов еще сделаю пару штук. Скрафтили. Готово. Значит, переходим на хаммер. Горизонтальный пилар нам не нужен. Вот такой. Вот тут я... Ты что, издеваешься? Вот здесь. Смотрите, типа, которая поддерживает... Ну, пилар, который поддерживает, получается, наш балкончик. Блин, мне нравится. Мне реально нравится то, что мы с вами строим. Такое вот романтическое бунгало получается. Смотрите, блин. Я влюбилась в этот домик, ребятки. Обязательно поддержите его лайком, если он вам нравится. Так, заходим в дом. Заходим в дом. По показателям все отлично. Пух. Так, значит, дальше у нас тут пальмы, да? Здесь бы я, наверное, поставила парочку волзов. Вол. Так, давай вот сюда сначала. Не хочешь тут поставить? Вот я... Вроде совпадает, да? Чудесно. А вот тут вроде нет. Или совпадало, я неправильно сбила его. Так. О! Чудесно. Здесь, я так понимаю, что, наверное, мы можем с окном поставить. Always window. Ну, мне так кажется. Хотя у нас тут есть окно. А мы не можем тут строить? Да ладно. Вы что, шутите? Типа пальма мешает? Блин, друзья, смотрите, какая неплохо. Не хочет. Пипец. И балюстраду мы здесь поставить не можем. Ай, придется нам сами жить в доме с дырками. Так, здесь мы, наверное, с вами поставим сейчас просто wall. Вот. Есть. И тут просто wall. Есть. Черт, как обидно, слушайте. Я там, я не знаю, сейчас пойду срублю пальму, может тогда получится у нас построить. Я думаю, что наши пальмы уже готовы. Так, готово. 5, ух ты, ливзы нам дали даже. Я думаю, откуда у нас столько ливзов? Я боюсь, друзья, что мы с вами в туман попали. Вам не кажется? Как-то вот потемнело слишком. О, ребят, если у нас и ночью будет туман, то это все, это задница. И так ничего не видно. Так. Есть раз, есть два. В принципе, не знаю. Надо еще здесь пробежаться. А, или это у нас рассвет такой серый. Ну, логично, что рассвет тут у нас не очень веселый. Есть. О, о боже, я ненавижу здесь туманы. Меня не очень пугают. Смотрите, мы сейчас хоп, разворачиваемся, а ничего нет. Знаете, это какой-то как... Фильм ужасов. Блин, мы зря построили сейчас пальмы. Я же хотела срубить их. Черт. Успеем, интересно, пока они не выросли. Или ничего оно не даст. Не, смотрите, мы просто не можем здесь строить. Можем! Есть, раз. И давайте-ка поставим просто вол. Пока можем. Криво, не криво. Готово, друзья мои. Мы молодцы. Мы с вами просто красавчики. Так, что мы здесь? Wall поставим. Здесь, наверное, мы с вами тоже wall, а тут я хочу окно. Есть. Здесь нам просто уже не хватает. Но, как вы поняли, мы сейчас здесь все это закончим. И у нас будет законченный второй этаж, ребят. Я вас поздравляю. Я же говорила, что у нас много чего интересного получится в этой серии. Так, ништяков пока никаких нет. Я вижу только скрэп и этот самый. Зелень, ливзы, которых у нас просто уже... Нескончаемый поток. Ну, смотрите, по-моему, круто. По-моему, смотрится реально очень здорово. Так, я хочу сделать дверь. Мне нужно больше нейлзов. Мне нужно больше гораздо нейлзов. Такс. Еще. Сколько у нас уже есть? У нас есть 12, значит, мне еще только 3 нейлза нужно. Сейчас соберем, не переживайте, ребятки. Сейчас у нас все здесь будет. Бочку вижу, только я не знаю, она к нам плывет или она проплывет мимо. Иди ко мне, моя бочунька. Идите ко мне оба. Так. Плэнк, роуп, плэнк. Блин, как же здорово. Еда.
Нам срочно нужно кушать. Нам бегом нужно поесть. Так, пикап. Юз. Есть, поели. И давайте новую эту самую. Новую картофельную зажарим. Такс. Круто. Круто, ребятки, смотрится. Учитывая, что это мобильная игрушка, и учитывая, что мы с вами отключили рекламу, то я просто самый счастливый человек. Не туда бросили. Сейчас попадешь? Есть! Зацепили. Так, готово. Вон, кстати, у нас еще плывут наши металлические кусочки. Мы можем с вами еще пару нейлзов сделать. Так, с нейлзы раз, два. Все, вроде бы, нейлзы. Блин, еще один нейлз нужен. А у нас, вон, вижу, как раз, во-первых, бочка плывет. И вон в конце есть пару нейлзов. Слушайте, а где акула? Мы вот с вами вроде выживаем с акулой. А я ее что-то не вижу. Надо сделать обход. Надо нам сейчас с вами сделать обход. По территории. Не отгрызла ли это засра... Смотрите, сколько лута упущено. Я вижу, что пока что у нас она ничего не отгрызла. Давайте дождемся этой бочуньки. Ну да, мы мимо попали. Сори. Сори, ребятки. Попали мимо. Заберем бочку и пойдем наверх. Заканчивать наши самые хоромы строить. Пальмы еще не готовы, не? А может, ну нет, нет смысла ждать. Потейто, я хочу еще покушать. Пикап кук фуд. Пикап кук фуд. Готово. Зачем при этом мы вместо крюка взяли? Ну, неважно. Потейто, юз. Крюк, вернись обратно. Есть. Такс, ну что, там что-нибудь еще интересное приплыло, пока мы тут лазили? Листья, которых у нас дофигища. Вот еще кусочек металла и кусочек дерева. Так, нам же нужно с вами еще один нейл сделать. Нейл крафт. Все. Нейлзы у нас все есть. А вы не хотите вырастать, да? Ну и не надо. В принципе, можно было бы сделать тут пальмовую плантацию. Чтобы совсем жить по красоте. Такс, door. Вот тут мы можем, друзья, с вами поставить door. Есть! Ху-ху! Вот это красота, ребят. Смотрите, поднимаемся наверх. Такие все важные. И здесь мы можем с вами еще даже кусочек пола поставить. Там, где у нас нехватка идет пола. Вот это здорово! Так, смотрите, у нас получается, мы здесь такие спустились. Такие идем, типа, о, я хочу выйти посмотреть, что же у нас тут на улице. М-м, у меня здесь растет пальма. Я здесь могу спрыгнуть. А! Ты чего расплавалась тут, дуреха? Я только радовалась тому, какой у нас крутейший дом построился. Слушайте, ну она вообще какая-то бахнутая на голову у нас, та акула. Так, можно собирать, да? Чё-то она тут расплавалась, друзья, мне это не нравится. Собираем. Планки, ливзы. Так, теперь нам нужно с вами вернуться в Palm Seeds. Чудесно. Раз. Два. Ой, акула какая-то бахнутая на голову, ребятки. Просто бахнутая. Так, пиларчик вижу. Ой, пиларчик, планк вижу. Уплыла, дура? Вроде уплыла. Так, я не вижу никаких этих бочек на горизонте. Честно говоря, интересно, откуда они берутся. Потому что вы сами видели, мы вроде много, ну, настроили этих сеток. Слушайте, а может давайте-ка здесь продлим сейчас наш пол и действительно тут сделаем нашу плантацию этих пальм. Чтобы у нас всегда с вами был поток пальм. Поток пальм. Вот тут хочу действительно сейчас нарастить пальм. Так. Юз, юз, юз. Хорошо. Сколько тебе нужно, чтобы построить палмбокс? Ага. 8 из 9. Ничего себе! У вас тут расценочки. Палмбокс берем. И будут они у нас вот тут давайте. Вот здесь в рядочек. То есть тут можно пробежать. И по той части можно пробежать. Берем Palm Seeds. И посадим-ка с вами Palm Seeds. Юз. Все. Вот, друзья, у нас будет с вами еще и пальмовая плантация. То, что я, в принципе, и хотел сделать. Так, нам нужно закончить, получается, наш тот этаж. Но, честно говоря, у нас дерева не так уж много. Давайте попробуем вот эту деревяху забрать. Есть. Черт, как же ты мне нравишься, мой домик. Сверху я принципиально поставлю только вот эти штуки. Вот такую вот стеночку. И туда можно поставить, знаете, столик, стульчик. И вообще сделать все по красоте.
Такс. Пленк еще один получили. Опять мы хотим кушать. Ну, я бы лучше просто... Мы не то, что хотим сильно кушать. Так, хоп. Съели. Возьмем еще potatoes. Есть. Use. Hands. Переходим. Так, поднимаемся наверх. По-моему, мы здесь как где-то стенку не достроили, да? Вот, то, что я вам говорила. Четыре как раз... Черт, как раз не хватает, ребят. Walls. Ну, давай здесь wall поставим. Use. И мне еще одна... Нет, две планки нужно. Просто две планки, и мы с вами сможем уже здесь закончить. Второй этаж. То есть в этой серии, друзья, мы с вами выстроили целый второй этаж. Даже не просто выстроили, а сделали его супер-пупер крутым. С балкончиком, со всеми делами. Такс. Готово. Ты тоже моя. Коробка деревянная. Такс. И вот это забираем. Зачем нам столько листьев? Давайте угорнем, посмотрим. 232 листа. Чудненько. Так, я хочу сделать побольше веревки. Хоп. Сейчас у нас будет дофигашенький веревочек. Есть. Тебя пока что рубить нельзя. Тут как-то тоже пока что пальмечка одна одиноко растет. Так, оббегаем по кругу, смотрим, что акула... Это бочка, да? Нет, это просто палка. Знаете, мы уже такие привередливые. Палку берем, бочку не берем. Это надо, то не надо. Так, значит, последняя стенка, да? Как раз с вами собрали. А я вот думаю, тут не стенку поставить... А, тихо-тихо-тихо-тихо. Не стенку, а окно. Правильно вроде становится, да? Или нет? Давайте посмотрим, если мы ротейтнем. А если так? По-моему, так правильно, да? Все, друзья, второй этаж полностью закончен. Я вас поздравляю. Причем он у нас такой реально классный получился. Конкретно спальня у нас уже есть. Так. Нам нужно теперь побольше дерева, чтобы закончить третий. Причем третий, вы сами видели, какая у меня задумка. Я хочу построить, получается, его как балкон. И вокруг будет все в этих балюстрадах. Ну, не балюстрадах, господи. Вот в этих маленьких балкончиках. Маленькой стенке, господи, маленьких балкончиках. Так, давайте хотя бы закончим, может быть, третий пол для третьего этажа. Если у нас, конечно, есть такая возможность. Так, поднимаемся. Правда, у нас немножко пальмочки растут сквозь... Господи, что за звуки адовые? Я уже вижу, что мы зря здесь поставили. Черт, это надо срубить. Ты тут лишний немножко. Так. Смотрите, в принципе, тут у нас будет получаться только одна дырка. Такой звук странный, как будто бы кто-то реально долбится по нашему плотику. Акула, ты же ничего не съела у нашего плота? Я вижу, что мы хотим пить. Так, надо срубить дерево. Есть. Можем сейчас тут дерево нарубить просто очень много. Посадить новое дерево. Так, главное не попасть по двери. Потому что реально будет обидно. Двери тут самые дорогие в игре получаются. Так, use. И у нас, наверное, сзади... Хотя сзади, наверное, еще не выросло. И выросло? Да! Чудесно. Но. Есть. Очень много ливзов, друзья мои. По-моему, тут этих ливзов у нас получается больше, чем дерево. Надо пойти попить. Так, drinkable water. Next, water. Открываем. Use. Попили, поели. И чувствуем себя просто прекрасно. Заходим. Есть. Жалко, что тут у нас нет, скажем так, конца игры. То есть, что мы хоть куда-нибудь приплывем, что нас спасут. А может и есть, может потом закончить. То есть, что у нас бы тут была, знаете, такая вот, скажем, ну, сюжетная какая-то минимальная составляющая. Хотя бы, может, предыстория нашего персонажа. Что он тут делает? Почему он один? Что произошло? Какой вообще год? Так, вылазим. Не-не-не, спать я не хочу, спасибо. Большое спасибо. Я больше не хочу смотреть ролики. Так, floor. Здесь мы ставим, значит... Полностью все перекрыли, кроме вот этой дырки, получается. А, нет, вот этой, да. Эту мы оставляем. Значит, сейчас нам остается только с вами построить эту балюстрадку. Так, раз. Причем я бы вот тут хотела сейчас выстроить. Но. Ветер даже, знаете, такой
Так, в один уровень вроде, да, стали? Молодцы. И тут, конечно же, можно в центре сделать крышу, типа. Так, рядышком. О, блин, ошиблись, друзья. Черт. Сейчас придется сломать. Ну, мы с вами все делаем по красоте, правильно? Так. Балюстрадка. Есть. Ну, становиться будем как? Или как? Или чё? Так, так станешь... Ты как становишься? Криво. А если вот здесь? Вот сейчас ты не хочешь ровно стать? О, боже. Нет, опять криво. А здесь? Ну, встань же ты нормально. Блин, это издевательство, друзья. Она просто тупо все время только криво становится. Вы сами видите. Ладно, давайте как-нибудь, хоть где-нибудь ее поставим. А-а, все равно криво. Я не хочу кривую балюстраду. Вы же понимаете. О, у нас тут все кривые, друзья. О, боже. Значит, нам придется срубить вот эти. Я так понимаю. Нет, давайте лучше вот эти срубим, раз у нас та становилась только по одному. Есть. А у нас, по-моему, тут все кривое. Ладно, я не буду сильно бомбить. Я не буду сильно расстраиваться, что у нас тут все кривое. Так, криво. Опять криво. О, тут должно быть криво. Ты что, издеваешься? Слушайте, а что это? А, ну, наверное, потому что вот эта стенка кривая. Поэтому и она кривая. Значит, нам тут сейчас надо новую стенку поставить. Так, стенки, стенки. Вол. Окей. Ну, не хочешь поставить вол? Только ровно, пожалуйста, поставь его. О, во, друзья, все. Так, я хочу спуститься вниз, посмотреть, что нам тут принесло. У нас, кстати, опять кушать как бы надо. Так. Есть, 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 есть. И давайте potato. Поставим жариться. В принципе, тут даже нет необходимости в этой самой, в рыбе на данный момент. О, Future Fight нас поздравляет. Так, ой, смотрите, сколько нанесло. Ух ты. Прям целый клад. У-у-у, ребята, тут надо действительно все расстроить. В длину, в ширину, да, я видела, что там у нас плывет ящик, но я за ним не пойду. Я хочу закончить, хотя бы посмотреть с одной стороны балюстраду. Такс, готов. Кстати, заметьте, набрали мы с вами не так уж много материалов, ну, в плане дерева. Есть, о, пошло ровно. А тут ровно будет? Интересно, когда-нибудь? Ну. О. Да, друзья, я думаю, что тут идет ориентир тупо на нижнее. То есть, если нижнее криво стоит, то и это станет криво. Так, ну что, закончишь ты этот участок? Оп. Вроде даже ровно стало. Слушайте, так у нас уже вот тут эта часть построена. Круто. Просто нереально круто. Так, ну что, давайте пока я здесь бегаю, лутаюсь, подведем с вами итог этой серии. Значит, мы с вами посмотрели очередную обнову. Довольно-таки, ну, она не очень масштабная, скажем так, но здесь добавили такой элемент, как, ну, элемент погоды, что ли. У нас есть возможность побывать в тумане, рассвет, закат. В принципе, смотрится очень здорово. Мы с вами, правда, не посмотрели, что такое пилар горизонтальный. То есть, куда его ставить. Как видите, мы даже не можем посмотреть, как он... Тихо. А, вот, он у нас, получается, чисто торчит из стенки. Ну, в принципе, в нем, наверное, есть какой-то смысл. То есть мы можем там бегать с помощью этого пилара, как-то перемещаться или что-то поставить на него, я даже не знаю. Но, в принципе, пока что без него мы нормально справляемся. Мы поставили вот один вертикальный. И, получается, мы с вами закончили второй этаж и даже начали третий. Ну, мне нравится лично наш дом, мне он очень нравится, как он смотрится, я надеюсь, что и вам он нравится, друзья, и вы обязательно поставите лайк этому ролику, если он вам понравился. Я желаю вам всем хорошего настроения, удачного дня, мы скоро увидимся в новых роликах, новых играх и в новых сериях. Все, друзья, пока-пока!